Герой России, гвардии капитан Алексей Курганов, пал смертью храбрых в марте прошлого года во время проведения спецоперации на Украине. Командир разведывательной роты Рязанского парашютно-десантного полка прикрывал отход своих подчиненных захваченными документами исключительной важности. Те, кто с ним служил, сегодня говорят об Алексее только в превосходных тонах. Гвардии капитан Курганов Алексей Сергеевич был не только настоящим офицером, он был и настоящим мужчиной. Он жил ярко, служил ярко и ушел героически. Для меня была большая честь служить под его командой, быть своеобразным его учеником на становлении офицерской стези. Придя в полк, именно Алексей Сергеевич Курганов был моим первым и, по сути, единственным командиром. Сегодня эта табличка на фасаде дома по улице Телевизионная в память о нем. Кстати, сохранение памяти о своем героическом соседе жители многоэтажки поддержали единогласно. Я хочу поблагодарить всех жителей дома, потому что это не просто установить доску на школе там или как-то здесь. Именно все сплотились, все жители дома, чтобы подписать это обращение в исполнить тот порядок, который должен быть, топонимическую комиссию для установления мемориальной доски. Троекратный салют, цветы и слова поддержки супруги Алексея Курганова. В день открытия мемориальной таблички добрым словом героя поминали многие. А вот компания «Зеленый сад» пошла дальше. Ее поддержка оказалась самой результативной и конкретной. Есть государственная поддержка, но мы решили, чтобы семья героя, проживая в нашем доме, полностью была обеспечена всеми условиями, которые необходимы не только для проживания самой семьи, но и для детей. В данном случае все коммунальные платежи и по содержанию мы будем компенсировать данной семье нашего героя. Гвардии капитан Алексей Курганов – гордость вооруженных сил России. Был, есть, таким и останется. Не только для жителей этого жилого комплекса, но и для всех рязанцев.